Владимирович, мы близкие и родные ребят, которых задержали в аэропорту 29 октября в Дагестане. Владимир Владимирович, мы очень просим вас от имени всех матерей, жен, детей семей этих ребят, вот, они совершили ошибку. Именно ошибку, не имея на это преступного умысла. Все эти ребята хорошие семьянины, сыны, мужья, братья, кормильцы своих семей. У всех почти маленькие дети и взрослые родители. Помогите, пожалуйста, нам. Владимир Владимирович, 2024 год объявлен в России годом семьи. Очень просим вас посмотреть нашу жалобу по отношению к этим ребятам. Они не преступники, они жертвы обстоятельств и провокаторов. Свое наказание они уже получили, ошибку они осознали. Если бы они знали, что, вот, что это вот так обернется им лишением свободы и разлукой семьи, они пошли бы туда? Нет, конечно. Уважаемый Владимир Владимирович, более 10 тысяч жителей нашего региона сейчас находятся на СВО. Родители, братья, друзья этих ребят сейчас служат на СВО. Многие из них погибли за нашу родину. Есть среди них наши герои. Мы хотим сказать, что этих ребят не было умысла пойти против власти. Они вышли против насилия над детьми и жителями Палестины. Владимир Владимирович, мы всегда относились к Дагестану хорошо и отзывались дагестанцев тепло. И мы верим в вас, в вашу мудрость и гуманность. Простите наших ребят. Пусть в год семьи все наши ребята вернутся к своим семьям. Мы вас очень верим. Мы просим вас, чтобы наши внуки сыновья помогли, чтобы их отпускали. Пожалуйста, просим вас. Просим вас. У них маленькие дети, жены. Матери, пожалуйста, отпустите боли. Прошу вас. Помогли. Уважаемый Владимир Владимирович, еще хотели бы сказать по поводу подсудности этих дел. Вот сейчас недавно был суд и сказали нам, определили подсудность за пределами Дагестана. В частности, указали Краснодарский край. Вот у нас эти суды, судебные издержки, туда поехать, приехать, адвокатов нанимать. Вот это все судебные расходы нам откуда взять? У нас нету таких денег. Среди нас есть очень взрослые, немощные родители с маленькими детьми семьи. Поехать, приехать туда несколько раз. У нас нету таких денег, у нас нету таких финансов. Не сажайте, опустите.